Thank you.
Там крапива было, ты не видел? Она идет обычно. Да, да. Хорошо. Снимаю тебя за работы. Диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся. Господи, помилуй. О богохранимой стране нашей Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже благословите компаны сия. О еже подати компанам сим благодать, якода все слышащие звенение их, или в одни, или в ночи, возбудятся к словословию имени святаго Твоего, звенение их, утолитеся и утешитеся, и пристати всем ветрам зельным, бурям же,
громом и молниям, и всем вредным безведрием, и злорастворенным воздухом. О, ежи, отгнати всю силу коварства же и наветы невидимых врагов от всех верных своих, глаз звука их слышащих, и к деланию заповедей своих. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Богу предадим. Тебе, Господи! Господи Боже наш, хотя и от всех верных Твоих всегда славим и поклоняем выйти. Ведь если заметил рабу Твоих своему законоположнику Моисею, трубы серебряные сотворите и сыном Аароновым жрецам дня. Иногда жрецы им Тебе вот пострудите, повелели си, как куда услышавши люди Твои глаз трубный, готови, еже, поклонитесь и Тебе буду. И кое же жертвы, приносите Тебе соберутся, и в бранник труб си глазом блаженни, побеждение врагов крепко вооружаться. И ныне, Владыка Пресвятый, смиренно молим Тебя, призри милостью на прилежное моление нас, Господь рабов Твоих. И компана сия, службы церкви Твоя святые, славу же великолепого и всесвятаго в имени Твоего сооружения, небесным святым Твоим благословей, и ник силу благодати Твоя, как куда услышавши верные раби Твои, глаз Духа им, благочестие и верю в Тебе Отца, мужество на всем дьявольским наветом, что под Него славу, и молитвами и всегдашним словословием, и для истинного Бога сия победя, церкви же на молитву и словословие спасаю. Славу Твою и спасение, пользу и любовь, неземную мину, пустыни связи. И Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Вашем Господи, ви преклоните.
Благословляйся, освящайся, Султанушка, со Спутницами Водителя, Богиня Отца и Сына. Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь! Прослави! Истинный Бог наш, молитва Пречистой Своей Матери, силу честного животворящего Христа, святых славных и святых апостолов, святых апостолов, святых апостолов, святых апостолов, святых апостолов, помилуйте нас и помилуйте нас, и спасет нас. Святого Господина и Отца нашего Кирилла Святейшего, окрестного Сосуда и Сия Руси, и Господина нашего Высокого Преосвященнейшего Владимира Митрополитовского и Тамличского, Бога хранимая страна наша, нас и все православные христиане, Господи Сухаета, Испова, мы и всея Руси, и Свято-Троицкий, и Сергиевы Лавры, Священно-Архимандриту, и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Владимиру, Митрополитонскому и Таврическому, со всеми Его хранимою паствою, подачь, Господи, благоденственное и мирное нам, Богая, лето. Властям, воинству и народу ее подожгу. Все классно. Угу.
Спасибо всем тем, которые принимали участие в создании этих колоколов. Первый раз спасибо отцу Олегу, настоятелю храма, который он очень много трудился, и тем спонсорам, которые помогли здесь в создании. Есть еще много планов, как привести собор в таком виде, чтобы в ней все приходили и жаловались. Есть планы, чтобы этот дом отодвинуть дальше, чтобы здесь была больше площадка, чтобы поменять крышу собора, поменять новую есть. Ну, не буду все говорить, но есть планы. Ну, знаете, как сказать вам, человек предполагает, а Бог располагает. Если будет воля Божья, то все будет лучше. Ну, конечно, без вашей помощи. Так что спасибо вам, ну, радости. Вот, я думаю, что у вас должно начинаться уже сегодняшний день, когда началось еще раньше, но в том, что действительно будут звон какие-то, должен быть очень приятный звон. Так что спасибо тебе, Господи, за свой труд. Бог тебе в помощи дальше. И храни вас всех, Господь, в добром здоровье. Спасибо вам. Сейчас можем каждый из позвонить, кто захочет, вот сможем подойти и позвонить вот в колокол большом. Ну, у вас остальные? Ну, нет, если я сам, почему он трюк?
Сережа! Владыка сам этот Владимир, да, тебе говорит, не жарко. Ну им. Да.
Прям тютелька в тютельку. Они, видишь, перед этим разбили. Угу. Сейчас вышел самый-самый последний момент сложный. А эти как? Ой, смотри, на колокол забирается. Ну как его уже, наверное, надо зацепить? Ну. Сейчас же, по одним повешаем потом все. Завтра будет. Завтра все остальные? Большие, завтра. Две тонны, а это 820. Потом 450. За 2,5 перевешиваем. Thank you.
удобно все время. Чего ты? А, я вас потеряла. Машина вот.